Почему снится сено? Здесь это неоднозначный символ. Он гибкий идет. Надо смотреть дополнительные символы, которые идут по снам. Ну, например, если в тюках, например, в стогах сена, это может быть обеспеченный год. Почему? Потому что заготовка какая-то идет на целый год, когда можно это к материальному обеспеченности, например, целой семьи. Если корова ест сено, то тут уже корова является, будем говорить, так как она дает молоко, а молоко у нас очень часто снится именно к нервным переживаниям, то тут мы можем растолковать, именно вот когда корова ест сено, это то, что могут быть какие-то напряженные отношения в семье из-за денег. Завершение, или это может быть завершение сложного, очень непростого периода жизни. Если пучки сена лежат в доме, валяются по дому, то, возможно, это к смерти. Почему? Потому что сено – это когда уже трава уже иссохла. Что-то сохнет, может быть, кто-то умирает. Если сено хорошо пахнет, то мы толкуем его на позитив. Если гнилое, плохое сено, это может быть или порчено деньгам, или может быть какой-то, мы в любом случае толкуем это всегда на негатив. Сено может быть точно так же, если вы сгребаете сено, это может быть к утомительной работе. Почему? Потому что или вилами, например, вы где-то разбрасываете сено, это всегда к утомительной на работе. Если вы, например, занимаетесь любовью на сеновале, к романтическим отношениям, которые могут, кстати, достаточно быстро закончиться, потому что сено – это прошлое, это то, что заканчивается. Убирать сено в сток. Может быть, печали о прошлом, то есть вы что-то складываете, уже убираете. Ну а сам, если видите сток сена, это рассказывает, что это может быть наследство. Если горит сток сена, то это к быстрому наследству. Видеть, например, лошадь, которая везет большой сток сена. Это лошадь, это мы толкуем на работу. Вести это тяжеловатый труд, который, будем говорить, ну, не очень хорошо оплачивается. Какой бы хотелось привести пример? Ну вот сон. Два сна, которые вот приходят у меня по памяти. Значит, первый сон – это мужчина, который приходил ко мне, рассказывал сон, что он вилами во сне убирал улицу от пучков сена. И говорит, мне было неудобно это делать, почему, как бы уборщик это делаю. А рядышком смотрю, и другие люди точно так же это делают. И я думаю, ну что, надо будет, все равно надо это сделать. Если вот вкратце описать эту ситуацию, мужчина начал свой бизнес. Денег немного. Он потихоньку собирает эти деньги. Поэтому символ сена у нас как бы показывает, что это может быть символ, связанный с деньгами. Вилы – это обострение. То, что ему неудобно заниматься какой-то работой, да, он где-то берет понемногу эти деньги, зарабатывая на нелюбимой работе и на непрестижной работе. Но так как это делают очень многие, он с этим пока мирится. Другой сон мужчине приснился, что они в кладовке, открывают кладовку, общая кладовка там на несколько семей, там, где они хранили всякую утварь, велосипеды, картошку и все остальное. И там лежит очень много сена. На следующий день у них украли велосипед. Такой же велосипед у них украли год назад. То есть сено здесь показывает повтор каких-то событий с прошлого года.